Что, мы сегодня в Ансбахе. Небольшой городок Баварии. Сейчас походим, посмотрим, есть ли Вайнахтсмаркт. И вообще завтра уже первый адвент, видишь? Смотри. Звезда висит. Звезда уже висит. Все уже готовы. И мы готовы. Ну вот такое произведение искусства. Дама с собачкой. А собачка на цепи с замком. И на шее замок. Слышна русская речь. Все как дома. Почти как дома, но мы в гостях. Ein Stück Historie. Genau. Super. Deswegen wollen wir. Ja, super. Passt schon. Рассказывали, что это? Это кусок Берлинской стены. Украли, понимаю, в Берлине кусочек. Это кусок Берлинской стены, который разделял ГДР, ФРГ. Вот он здесь стоит.
какой-то, что за красавица такая. Вайнах с Богом. Здорово, да? Ой, кто это? Кто собака. Это? Собака. На каждом она же, видео у нас она собаки. Же собаки. Что случилось там? Подожди, собаки общаются. А, они общаются. Музыку поют. Я тогда думала издалека, что они просто нарисованы. Колокольчики. Да. С колокольчиков, да, Алеша? Посредний большой. Вот стена была, смотри, Алюх. А, слушай, вот она стена, и там тоже был проход такой, как ну, в Бамберге, ну, в Ротенбурге, да, но видишь, и кусочек остался. Да. Смотри. Уютный, да, такой? Такой он небольшой, уютный городок. Как немцы говорят здесь у нас? Аншбах. 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 Да, здесь вот променады красивые. Большой, смотри, Настя. Огромный, да. У тебя он тоже стал. Что-то мне вот это такое, это напоминает Испанию, вот это вот такое. А, ну вот смотри, нетипичная, видишь, нетипичная да, церковь да, да. Для Германии, скажем ну, так. Вот она все, архитектура такая. Это уже не готический стиль, и очень сразу вот эта, да, площадь, она нетипичная.
Поэтому мне напоминает Испания как-то с этими окнами. В конце ноября град пошел, Алиш. Представляешь? Ну что, мы посмотрим сейчас, что делает наша хозяйка Медной горы. Ты снимаешь что? Да. Эрста Адвент. Ну да. Где еще можно меня найти? Только здесь. Меня можно найти всегда только здесь. Это твое любимое место? Я не знаю, это место любимое, нелюбимое, но оно мое. Вот так. В целях экономии электричества. Выживаем в Германии. Раз уж за дрова заплатили, значит... А еще за какие дрова? Да, готовим вот так. Значит, так. Здесь у нас готовы креветки сейчас. Да? Креветки готовы. Сейчас мы будем варить метровые макароны. И вот так вот ходишь. Вот так раз. И вот так сейчас она закипит. А я вот здесь еще делаю это. Вот, смотри. Шпинат. А, вот как ты. Да. Шпинат был замороженный. Так? Ты его с грецким орехом. Да, и немножко чеснока. Сейчас сделаем шпинат. Ну, как салат, да? Угу. И вот такие реально сейчас метровые макароны. Без шуток, они так 50 сантиметров. Они у нас лежали. Ты сегодня порешила сделать. Молодец. Правильно же, что мы их из Италии же везли еще, да? Так, однозначно. Так что сейчас мы их приготовим. Их очень сложно варить, что нет большой кастрюли. Сейчас будем их как-то... Ну, как-то будем сейчас их варить. Не знаю. Фартухи. Отдельный привет Наталье из Ставрополя. Наталья, я в фартуке. Вот. Это наша подписчица? Это наша подписчица. Я в фартуке. Как договаривались. Вот я даже для него крючок вот здесь сделала. Да, нашла фартук, сделала крючок. Теперь он будет висеть здесь. Да? И отдельное спасибо за большую Ольге. Ложку, да, нашей подписчице Ольге. Ольге. Мне она очень нравится, я ее люблю прям. С Клаусницы. Да, я ее прям люблю. Так что хорошо, что есть подписчики. Пусть немногочисленные, но они есть. Да? Вот, как-то да. Все приятно, да? Да, сейчас закипит вода, сейчас начнется самое интересное. Тебе помочь, моя дорогая? Угу, морально. Ну я тебя поддерживаю. Да, морально. Будем самое интересное, будем их варить. Ой, какие длинные. Нет, они метр, мы мерили вот так 50. Угу. Нет, мы их не будем ломать, мы их сейчас будем прям варить. Интересно. Закипает или еще нет? Да, закипит. Сейчас, наверное, по мере, мы их один раз уже варили, по мере вот того, они сейчас будут оседать и туда. Ну интересно,
оно потом такое, у тебя метр спагетти на тарелке. Очень интересно. Я сейчас думала на Новый год, потом нет. Ну, мы еще к Новому году что-нибудь приобретем новое. Время пролетает, да? Сегодня у нас праздник маленький себе устроил. Видишь, они вот так будем погружать, смотри. Угу. Будем их погружать. Методом погружения будем готовить. И так потихоньку, да? Да. Так что это у нас единственная система отопления, система приготовления, да? Нет, почему? Система отопления у нас есть. А что, она выключена? Ну, потому что Россия очень дорогой газ предлагает, за который мы не можем платить. Спасибо, дорогой Россия. Не, можем, но потом мы не сможем нам никуда чего-то позволять не сможем. Да, поэтому спасибо России, вот так и живем, да, все это. Германии. Да, единственное у нас и отопление, и приготовление, и что бы еще здесь, я уже не знаю, что на нем уже делать. Что, ну... Да, все, что мы его используем по максимуму, да? Ну, по максимуму нет, ну. Ну как? Ну, да, по максимуму, можно сказать. Белье что... рядом сушим. Ну, сушильное, да. Да, вот, и да. Все. Ну, да. А как, если он уже это, да? Если... От него жарко, правда, очень жарко. Вот смотри уже, насколько у меня ушло, видишь. Мне тоже жарко. Какой-то веки в Германии мне жарко. Я даже в футболке. Да. Алюшка готовит прям как на Новый год. Да, мы. Хотя это не наш праздник. Слушай. Но мы его празднуем лично, в Германии. Я лично, да? За любой кипиш, кроме голодовки. Ну, а, лишь бы повод конечно, был. Конечно, если есть повод отметить что-нибудь, так почему нет? Понимаешь? Чего это я буду себе об этом отказывать? Правильно? Молодец. Вот и я о том же. Я к нему, в принципе, не имею никакого отношения. Ну а почему бы нет? Да и красиво как-то. А что это за сыр у тебя что? У меня просто месяц гауда. А. Просто гауда сейчас чуть пореже. Ну, как всегда, аж со скидкой. Наши любимые. Ну. Да? Просим к столу. Да, просим к столу. Первая свеча наша горит.